Думаешь, я просто мою посуду? Нет, я забочусь о своем хорошем самочувствии и правильном питании. Потому что здоровое питание начинается с чистой тарелки, сковороды, ложки, а также вилки. И сегодня я, месье Дропс, расскажу вам, как сделать процесс мытья посуды простым и эффективным. А поможет мне в этом новая губка от Tempeh Home Dish Drops. Сначала я сортирую посуду. Отделяю столовые приборы, керамику и стекло, кастрюли и сковороды. Столовые приборы очищаю от видимых остатков еды и складываю в кастрюлю с водой, чтобы облегчить процесс мытья и случайно не пораниться. Перехожу к основному действию. Беру флакон и развожу концентрат моющего средства. И теперь выдавливаю всего несколько капель в специальное отверстие на губке. Благодаря ему моющее средство попадет в средний слой губки и сохранит пену на длительное время. А это значит, что средство будет расходоваться экономично. Губку Dish Drops можно использовать для всех типов посуды, которые есть у тебя на кухне. Чтобы не поцарапать деликатные и полированные поверхности, используй синий слой. А эффективно удалить чайный налет, пригоревшие остатки еды на сковородах и противне поможет абразивный слой. Столовые приборы отмокли, и теперь мне нужно меньше минуты, чтобы помыть их. Правильная толщина губки защищает от прямого контакта с поверхностями, в том числе и острыми. Но тем не менее, она помещается в любой бокал. А вот еще несколько советов. Протирай столешницу около раковины после каждого мытья посуды. Поролоновая структура среднего слоя губки Dish Drops быстро впитает всю воду, и твоя кухня будет выглядеть опрятно за 2 секунды. Эксперты рекомендуют менять губку для мытья посуды каждую неделю. Однако эту можно использовать дольше. Благодаря специальной пропитке и полимеру на основе в препятствующим размножению бактерий, появлению неприятного запаха и обеспечивающим жироотталкивающий эффект. Заботься о своем здоровом питании с новым помощником на кухне – губкой Dish Drops.